Папа уже рога очистил все. Почти. Почти все рога очистил. Да. Он сегодня вот от бетона их стирал. От бетона? Об стенку, что ли? Да. Обтирал. Угу. Обтирался. Еще даже в крови все. Да нет, получше. Утром было страшнее. Ну, понятно. Это он сейчас половину ошметок-то снимал. А он об эти, об ветки сдирает. А мама нет. А, и мама тоже снимает. Вот у нас какие теперь рога будут. Вот так мы их чистим. Вот так мы их чистим. Вот да, так. Александр Борисович, вы нигде не видели в продаже какую-нибудь бабку ёжку? Примерно такого, пару там, сантиметров под 70. А? Вот так мы, видишь, обдираем как. Все, зацепились. Вот так олень обдирает рога. Чистит, точнее сказать. Он чуть-чуть ошметков-то стал, почти чистый, да? Угу. Красавец, красивый будешь. Мягкие, были, говорит, мягкие стали, жесткие. Иди, я почищу, иди ко мне. Не доверяю, говорит. Иди ко мне, иди ко мне. Я тебя сниму, иди. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди, молодец. Давай я поснимаю. Давай, давай сниму. Давай сниму. Остатки-то твои. Давай. Не хочет. И говорит, сам. Я, говорит, сам. Вот так они рога чистят.